luck. Итак, вот он, дамы и господа, пояс чемпиона Pro FC в тяжелом весе, который сейчас разыграют эти два бойца. Из чистого серебра, мне подсказывают, это произведение искусства. Кожа и серебро. Итак, кто же? Эдди Бенгтсон из Швеции или Александр Емельяненко из России? Ответ даст битва. Подожди секунду. 44 секунды потребовалось победителю. Победа нокаутом! Одержал Александр Емельяненко! The winner by way of knockout! Александр Емельяненко! И для награждения я приглашаю в ринг президента Pro FC Алексея Яценко. Спасибо всем, кто пришел поддержать сегодня турнир. Все, что мы делаем на ринге, мы делаем для вас. Спасибо вам, что вы ходите и поддерживаете нас. Приглашаю в ринг вице-президента Pro FC Магомеда Дарсигова.